Друзья, купил 4 красные рыбины в светофоре, 240 рублей за килограмм. Ну что, давайте узнаем, есть ли в ней красная икра. Вот она, разделал первую. Момент истины. Ну что, есть? Вот она, красная икорочка, друзья. Огромное количество. Вот это вот с одной рыбы. 0 грамм, да, на весах. Я сбросил тару. Тарелка весит 403 грамма. Момент истины. 435 грамм красной икры. И если бы еще одну взял, было бы ровно полкилограмма. А полкилограмма икры сейчас стоит, дамы и господа, в Москве, где-то 2500-3000 рублей. Вот так вот.